Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Делай профессионально», специально для YouTube-канала Ярик Мазур Агроном. Снимаю видео, как поливаю свой перчик, который готовится в конце мая на высадку в теплицу. Мы находимся с вами в помещении, где у нас растет 25 тысяч перца в ящиках. Значит, в каждом ящике, такой ящик от Кашмиша, по 400-500 штук, примерно так. Несмотря на такую густоту, перец развивается хорошо, уже 4 у нас настоящих листочка, и местами развивается уже у нас корень. Посеян он ровно 5 недель назад, сегодня 9 мая. И это не всходы, а посевы. То есть 4 недели, как он зашел. Температурный режим 18 ночью, днем 23. В данном случае сейчас уже поздний вечер, я не успел утром полить перец, поэтому на ночь опускать температуру на 23 я не буду. Светят у нас лампы над 600. Вот такие вот, видите, из-за них моргает свет. Две лампы. В принципе, перчик чувствует себя отлично. Перец у нас гибрид Геркулес. Есть немного Амарок. И еще забыл, как называется. Пару штук я взял на пробу хваленых перцев. Ну, дай бог, чтобы они такие были. Ну, я немного взял, потому что в основном занимаемся Геркулесом. Друзья, стабильно снимаю видео про выращивание перца, рассады. Сейчас плотно занимаемся рассадой. Кто подписан на наш канал, на канал «Делай профессионально», я думаю, вы в курсе. Ну, вот так вот. Ну, что хочу сказать. Если вы хотите для себя попробовать выращивать перец, но боитесь больших или даже небольших вложений, то есть у вас нет рассадника, нет у вас денег на дорогие семена, на кассеты или стаканчики, на торф, вы можете сделать неплохой для себя экономный вариант. Не только те, кто так хотят много не вкладывать, даже те, кто, в принципе, собирается выращивать на открытом грунте, тоже этот вариант очень хороший. Я, например, в закрытом грунте буду выращивать, и пару лет я выращивал через стаканы, грел рассадник и часть садил через ящики. Скажу вам, что той рассадой, которую я вырастил через ящики, тоже я очень доволен. Поэтому решил в этом году сделать все через ящики. Это не эксперимент. В принципе, я так уже не один год выращиваю, просто не в таких больших объемах. Ну, вот так вот. Поливаем, температура воды обязательно теплая. Если мы хотим добиться хороших результатов, отличной рассады в перце, ну и в баклажане, обязательно нужно соблюдать температурный режим. Если температурный режим не соблюдать, тогда лучше этим делом не заниматься, потому что будут проблемы, нервы. Я думаю, тот, кто уже пробовал, меня поддержит. Не соблюдать, имею в виду, все, что нужно. То есть температурный режим. Ну, вот так вот. Когда были всходы, возможно, вы наблюдали, я старался подсушить ящики, так как сильно проливали мы после, получается, после всхода, после посева сильно проливали мы ящики водой. И подсушил я ящики. Как видите, все рясные, нету плям, нету черной ножки. Все окей. Уже когда у нас пошел бурный рост, стараюсь поливать каждый день по чуть-чуть. Или через день, но обильней, если где-то не успел. То есть вот так вот. Перец любит полив. Обязательно, друзья, теплая вода и температурный режим. Ну и свет. Есть возможность в рассаднике у вас держать температуру. Пожалуйста, у меня просто в этом году не получилось в рассаднике держать стабильную температуру. Конечно, если бы я спал в нем возле буржуйки или возле котла, то получилось бы. Но я отказался от такой участи. Уже не в тех годах, все-таки 27 лет. И уже свое, я думаю, отоспал я в рассаднике. Потому что, друзья, приходилось не один год
весной дежурить буржуйки. Но это школа. Курс молодого бойца. Выращивание овощей. Я думаю, это норма для каждого на первых порах. Ну ладно. Ну вот так вот, друзья. Были проблемы с тем, что мыши переточили у меня, получается, 10 ящиков перца. Вон он. Я его пересеял. Как видите, на неделю всего лишь отстают. Ну, такой уже результат. За неделю они поправятся, эти перчики. Просто я их меньше тоже поливал. Из-за того они такие небольшие. Ну, вот так вот. Поливаю со шланга. Видите, у меня такой шланг. Температуру я выставил. У меня есть ролик там, где греется от котла на дровах вода, водичка. Как-то я уже показывал на канале. Выставил 20 градусов и поливаю. Ни в коем случае вода горячковата не должна быть, потому что попали все растения. Такая приятная вода для рук, очень приятная. И все, и точка. Ну вот так вот, друзья. Хорошо, если контент полезен, обязательно подписывайтесь на наш канал. Подпишитесь, если вы не подписаны на канал Ярик Мазур Агроном. Очень полезный канал. И подписывайтесь на наш канал. Спасибо за вашу поддержку. Скоро увидимся. Пока.